Привет-привет! Мы на канале Кудряшка Лиза. И сегодня с Лизой мы будем играть с игрушками. Но не простыми игрушками, а заводными. У нас есть вот такой интересный котик заводной с мячиком. Есть сова такая, голубенькая, на колесиках. И вот такое смешное яйцо есть, которое интересно ходит. А теперь будем смотреть, как же они катаются. Сейчас я заведу его. Посмотри, Лиз, начнем с яйца. Так. Ой, классно, как он интересно ходит. Смотри, Лиза, супер. Он уходит. Лови его, Лиза. Класс, он забавный. Особенно его мордочка самая смешная. Дальше смотрим. Будем заводить сову. Так, заведем. Лиза, смотри. О, она быстрая, шустрая сова. Класс, какая сова. Лиза, как сова делает? Как сова делает, да? Так, дальше. Котик. Лизе понравился мячик, который держит котик. Сейчас мы заведем и посмотрим, как он будет играться с мячиком. Какой смешной. Котик оказался, потому что у него есть такой классный мячик розовый. Давай заведем их всех. И котика. Да, давай так его, пусть катается. Какие у нас веселые сегодня игрушки. Класс, да, мячик какой. Что нужно ребенку? Котика с мячиком. Давай еще раз заведем его. Посмотрим, как. Нет, да, будем смотреть, как он катается. Так, смотри, Лиза. О, котик. А как он, у него микрофон в одной руке. Он поет и танцует. Класс. Это артист. Такие у нас сегодня классные заводные игрушки. Просто супер. Давай. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал. Пока-пока.